Мусор не его, отвечать приходится. С такой ситуацией столкнулся собственник земельного участка в микрорайоне Семчина. Много лет земли, отведенные под сельхозназначение, пустуют. На их месте уже образовался пустырь, который люди заполняют мусором. Жители дома номер 11, корпус 2 на улице Семчинской заметили это после заселения. Это было более 4 лет назад. Раньше мы здесь было все закрыто заборами, сюда практически никто не ходил, когда все открыли, дома сдали. Мы сюда вышли, обнаружили, что здесь свалка много-много лет, то есть... Здесь и деревня вывозила, и уже, видимо, из города вывозят на грузовиках, на КамАЗах. И как бы проследить, сколько продолжительность, я не знаю. От свалки под окнами страдают жители соседних домов. За этот сезон они уже 5 раз вызывали сотрудников МЧС, чтобы потушить возгорание мусора и сухой травы. Администрация города обязала собственника очистить участок от бытовых и строительных отходов, многочисленных покрышек и даже мебели, которые сюда периодически свозят жильцы из частного сектора строительной организации. И если раньше КамАЗы с отходами приезжали по ночам, то теперь люди не стесняются, выбрасывают белым днем. Начали возить вот отсюда, со свалки не везут. Вообще дорогу еще эту перероем, а иначе они сюда по этой дороге проезжают и здесь все валит. Вот сейчас я вот почистил, вот вы через 3 сюда приехали и снимите тогда, что здесь будет. Вот чисто, да? Будет все завалено. Очисткой участка представители подрядчика занялись во вторник. На въезде установили таблички «Свалка мусора запрещена». Даже установили штраф 30 тысяч рублей. А дальше занялись утилизацией отходов. Правда, далеко их увозить не стали. Нашу свалку стали сравнивать с землей. Сначала перевезли частично мусор на одно место, чтобы это было удобнее сделать, потому что там есть типа оврага, куда его свалили и закопали вот землей. Вот у нас большой вопрос, почему эту свалку в итоге не ликвидировали, как положено было. Здесь знаете, какая гора была? Вот как такая, во всю длину. Вот мы ее прям взяли, зарыли, землей убрали. Че, вот здесь тут же прибежали, фотографировали. Что еще надо? Заказали за большие деньги бульдозер, доставку, все это разровняли. И сюда никто ничего не будет возить. Мы направили обращение в природоохранную прокуратуру с просьбой прокомментировать законность действий собственника. Кстати, соседний участок принадлежит администрации города. И с него мусор пока убирать не спешат. Стоит отметить, что, по словам собственника, застраивать участок в ближайшие годы не планируют. Так же, как и делать здесь дорогу или другие социальные объекты. А значит, скорее всего, через некоторое время сюда вновь начнут стекаться люди с мусорными пакетами. Галина Кудряшова, Игорь Глотов, телекомпания «Город».